И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И сегодня, короче, я вам расскажу про перчатки. Сегодня, короче, все-таки, наверное, выйдет. Я это точно вот узнал. Хотя я в прошлом видео сказал то, что все-таки это выйдет. Да, это все выйдет, но. Да. Теперь уже точно я вам могу сказать то, что перчатки реально выйдут. Итак, давайте посмотрим. Инвентарь. Вот. Здесь, короче, в снаряжении они по скринам написали то, что здесь, где-то вот здесь, после набора музыки, будет еще написано перчатки. Ну, да, это так будет. Также в меню там будет магазин. Это уже точно известно, это, то есть не фейк, это уже известно. Перчатки будут самые такие... неприкольные. То есть стандартные останутся стандартными перчатками, ничего не изменится. То есть изменится только то, что в магазине появятся перчатки, которые можно будет уже купить тогда. То есть там будут и дешевые перчатки, и дорогие перчатки. Но еще то, что я узнал, это просто офигенно. То, что я узнал, то, что они решили добавить вот это накоплением долларов. То есть они, если они сделали ранги, то есть вообще в бета-версии не было рангов, то здесь они решили сделать еще доллары. То есть если вы набираете сколько-то там долларов вот на картах, это сохраняется и переносится вам в меню. То есть теперь доллары можно будет накапливать и покупать вещи в магазине. Это точно уже известно, то, что будет в магазин. И, короче, там вот это вот можно все покупать будет. То есть они сделали специальную такую вот в меню. Отдельно сделают вот эти вот доллары. То есть там те, кто сейчас играет уже в Counter-Strike, там будут, они сказали то, что будет подарок там 100 тысяч долларов. На них там нифига, конечно, не купишь. Но, ребят, это начало все-таки. За каждый раунд смотрите, сколько вы там заработаете. Поэтому вы сможете там что-то купить. Ну вот как-то так они хотят это сделать. И оружие. Новые оружия точно будут, но они будут немного попозже. В следующих обновлениях, наверное, через полгода они точно уже будут. Новые оружия в магазине будут. То есть они, да, на них будут кейсы, на них будут скины, но они будут стандартные, но они не будут в начале. То есть при покупке там, вот когда вы заходите на сервер, там вы закупка у вас и все такое. Там не будет этих оружий. Они будут в магазине, в меню самом. То есть в начале меню, там где вот играть, там вот это вот всякие настройки, там будет магазин. Заходите туда, там можно будет оружие купить, одежду зачем-то. Я не знаю, зачем это сделали. Также про глобальное обновление я точно узнал, то что там реально все изменится, там всякие разные тактики изменятся, то есть там изменятся текстурки всего, там даже движение будет совсем другое, прыжки. Возможно даже, ну я не спросил, конечно, но возможно можно будет на вот такие вот штуки подпрыгивать. Также Valve решил добавить реально огромные карты, на которых можно будет играть. Типа захват чего-то там, захват карты, то есть, ну, захват какой-то точки, места там. Короче, там будет карта намного больше, чем Dead Us 2, то есть там, возможно, даже соединят карты Dead Us 2, Dead Us 2 и Dead Us 3 даже сделают. Они все это соединят в одну огромную карту, которая реально будет огромная, и на ней можно будет играть. Там будет захват, то есть можно будет спрятаться за машинами. Но это, ребята, это не точно. Это как Battlefield'ы они, наверное, хотят сделать. Но, ребята, это не точно. Они еще будут это делать полгода, может, и год даже, эти обновления. Но пока что... Пока что в обновлениях выходят какие-то хрени, добавляют в игру, и баги исправляют. Пока что они ничего не делают, то, что они обещают сделать. И вообще. То, что я вам сказал, вы можете погуглить в интернете, и там все об этом написано.
про глобальное обновление, про перчатки, все это реально есть. Перчатки, кстати, уже вышли, на них есть консольная команда, они будут под видео в описании. Там перчатки, там все перчатки, то есть консольная команда на перчатки из турнира. Понятно? То есть там вот как-то так будет. Ну, в общем, что я вам могу сказать? То, что все это будет, все обновления будут работать, но это будет попозже. Но перчатки выйдут совсем скоро уже, в следующем, может, обновлении. Может, еще в каком-то обновлении. Я не знаю, но они точно выйдут, я это знаю. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Мой ID ВКонтакте 53554463. Подписывайтесь на меня, добавляю всех в друзья. Принимаю заявки, то есть как-то так. Пишите мне сообщения, если что-то непонятно и хотите что-то узнать новое. В общем, всем вам пока.